Родионов. В 1979 году полузащитник Юрий Гаврилов помог «Спартаку» завоевать золото чемпионата СССР. 1983 году в составе красно-белых он стал лучшим бомбардиром союзного первенства. И сегодня мы с вами красно-белое сердце поздравляет Юрия Гавриловича с юбилеем. Ура! Легендарного футболиста «Спартака». И я думаю, что всем спартаковцам, и клубу, и болельщикам, думаю, что выпала честь чествовать юбиляра сегодня, пожелать им здоровья, счастья, долгих лет жизни. И от лица клуба, всех болельщиков, я хочу принести подарок ключи от нового автомобиля. С юбиляром! Хочу на пару слов передать микрофон нашему легенде, президенту Академии Сергею Родионову. Добрый день, я присоединяюсь ко всем поздравлениям. И от лица ветеранов также хочу поздравить Юрия Васильевича, пожелать крепкого здоровья. Хочу поблагодарить его за его прекрасную карьеру, за прекрасный футбол, за те филигранные передачи, которыми он снабжал своих партнеров. Юрий Васильевич, низкий тебе поклон, здоровья. Традиция «Спартаковская майка» 60-м году. Сегодня приятно и волнительно при такой аудитории, хотя и стадион небольшой, но все равно трибуны заполнены почти до отказа. Это говорит о том, что вы любите футбол, любите нашу команду. И в этот день мне хочется сказать слова благодарности всем любителям футбола, болельщикам московского «Спартака», за вашу любовь, за вашу преданность, а то, что вы помните о нашем народе. Особенно благодарность руководству футбольного клуба за поздравления, за этот великолепный подарок. Ну и хотелось бы сказать футболистам нашей команды, чтобы они своей умной и интересной игрой почаще радовали бы своих любимых болельщиков, побольше бы выигрывали и доставляли радость. Еще раз большое всем спасибо.